друзья! Всем большой привет! Компания Cadillac продолжает расширять свой модельный ряд. На этот раз американский производитель представил свой самый доступный электромобиль, который бросит вызов не только Tesla Model Y, но и моделям от Audi, BMW, Mercedes и даже Lexus. Ведь новый Cadillac Optiq в большей степени нацелен на европейский рынок, где он будет продаваться официально, вместе с более крупным лириком. Новая модель, как и все электрокары компании, выдержана в традиционном граненном стиле и построена на платформе LTM. Однако, в отличие от других моделей, Optiq значительно меньше. Его длина составляет 4 метра 82 сантиметра. А это еще раз говорит о том, что новинка была создана именно под европейского потребителя. Переходя к технической части, уже известно, что все модели в стандартной комплектации будут оснащены двумя электромоторами с совокупной мощностью 296 лошадиных сил и тяговой батареей на 85 кВт-часов, которая обеспечивает запас хода до 482 км. Скорость зарядки, время разгона, стоимость и другие характеристики для Европы пока не опубликованы. При этом можно сказать, что начальная цена Optiq в Америке составляет 54 тысячи долларов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!